Выключение воды во всем доме. Открываем. Вода идет. Блок управления гидролок. Выключатель. На некоторое время, чтобы сервопривод перекрыл вводной вентиль. Ну там, например, там секунд 20. Кроме того, еще со второго этажа, это первый этаж, со второго этажа должна слиться вода и так далее. Вот сейчас сервопривод практически уже закрыл. Немножко сливается со второго этажа остатки. Все. Чем это удобно? Уходишь из дома, все уже совсем нетяная, все, водичка, скоро она перестанет вообще течь. Уходишь из дома, выключил и ушел, не боишься никаких протечек и удивительных звонков от соседей. Включаю. Да, кстати, открыто-закрыто горит, подается напряжение, верхний светодиод, открыто-закрыто, закрыто сейчас, второй светодиод сверху, выключаю. Слышим, как сервопривод работает. Пошла вода. Слышим, как в кране вода потекла. Удобно. Уходишь из дома, нажал на кнопочку. Приходишь из дома, нажал на кнопочку. И не ждешь удивительных звонков от соседей, находясь в отпуске. Система управления гидролок, выключение воды в доме одной клавишей.